Незважаючи на хмарну погоду суботнього ранку, на подвір'ї Палацу культури металургів вирував шквал емоцій. Тут зібралися працівники ArcelorMittal Кривий Ріг, аби позмагатися за першість у квесті під назвою «Козацька слава». Одноіменний фестиваль проходить вперше з ініціативи молодіжного комітету підприємства, та його організатори сподіваються, що це стане гарною новою традицією. Совет молодежи, то есть активные молодые работники нашего предприятия, которые состоят в этом совете, выступили с инициативой провести фестиваль «Казацкая слава». И эта идея нашла отклик, и сегодня мы дали старт этому фестивалю. Мы решили в этом году провести первый фестиваль «Казацкая слава», поскольку на нашем предприятии еще не было подобных мероприятий, хотя по городу, по нашим родственным предприятиям, я знаю, проходят такие мероприятия. Идея родилась как бы спонтанно, и в то же время нашему предприятию в этом году исполнилось 80 лет, юбилей, и решили к этой дате организовать такое мероприятие, как бы оно и молодежное. И в то же время мы немножко убрали возрастной ценз и решили просто для всех желающих, пусть это будет 18 лет и 50 лет. То есть главное, чтобы это было желание, старание, и человек просто провел прекрасное время. Проходили змагання на парковій території навколо Палацу металургів у 10 етапів. Учасники пройшли випробування не лише вогнем і мечем, а й мали змогу показати свій інтелектуальний рівень та навіть кулінарні навички. Козаки та берегині завзято долали кожен наступний етап. Адже усі 8 команд учасників за мету мали перемогу, як от команда начальників відділу організації та оплати праці «Козак і Любави». Наша цель здесь личным примером показать всем работникам предприятия, что несмотря на занятость, надо находить время для активного отдыха. Правильно? Да. И участвовать в коллективе. И мы очень рады, что предприятие дает такую возможность поучаствовать, потому что, это единственный в нашем положении возможность оторваться от будней и действительно показать, на что мы способны, привлечь детей наших. Мы детей привели, чтобы они видели, чем родители занимаются. Ну и получить заряд позитивный, эмоции положительные. Були присутні на святі спеціально запрошені гості, вихованці Центру реабілітації «Перлина» та інтернату номер 9. Для маленьких джур організатори фестивалю розробили окрему програму, до неї війшла екскурсія парком та спрощені конкурси. Наше предприятие является волонтером, и мы не один год работаем с детскими интернатами и то же самое «Перлиной». По поводу там разных утренников, детских мероприятий. И решили, опять же, это Дню волонтера, организовать такое вот мероприятие непосредственно для детей. Как раз соединили два этих наших праздника, чтобы детки увидели казаков арселоровских. И для них организовали тоже небольшие там конкурсы, связанные с темой казацтва. Кубок за першість в іграх «Козацька слава» отримала команда «Вогнем і мечем». Друге та третє місце посіли команди дужих хлопців «Гопак» та учасників «Евересту-2013» на хуторі.